запели вы? Как это случилось? Знаете, вообще я вырос в степной деревне. Я родился на острове Сахалин. Вырос в Хакасии. Вот, я говорил. А мы путаем, Хакасия или Сахалин, непонятно. Да, 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 поэтому у меня две малых родины. Потому что я и учился и на Сахалине, учился и в Хакасии. И, конечно, приехав на родину родителей в Хакасию, я здесь начал знакомиться с культурами тех народов, которые проживают около реки Енисей. И этому была посвящена универсиада, да, дети одной реки. И именно для универсиады композитор написала для меня Умай, хакасский композитор, и я написал Шамбалу. И вот сейчас я продемонстрировал те фрагменты, которые исполнял на универсиаде 3 года назад. А горловое? Это же надо было учиться. Uh-huh. Да, да, но знаете, я вырос в степной деревне, и я очень много подражал звукам природы. А потом я поступил в институт, уже начал слушать различных мастеров. На моем пути встречалось очень много различных мастеров. И я благодарен всем тем людям, которые меня развивали. И, ну, очень многому еще сам человек учится. Так, вот теперь вопрос. Человек уже такой популярный, да, не просто там в России, а за рубежом даже. Но чем вдохновляетесь? Вот это очень важно, потому что каждый раз вы что-то должны новое сделать, что-то создавать. Меня вдохновляют поступки людей. Не просто слова, а действия. И я сам стараюсь действовать, идти вперед, потому что жизнь очень коротка и очень быстро бежит время. И поэтому нужно успеть... вот для меня лично, да, моя цель – помочь малочисленным народам в возрождении, в сохранении культуры, их языков. И на своих концертах я пою песни. Это те результаты моих этнических лабораторий, которые я провожу в разных регионах России. И мы пишем песни на языках малочисленных народов. Так, времени у нас немного, у вас сегодня концерт. Сегодня, что ожидаем там? Сегодня концерт, и вот как раз сегодня прозвучит музыка народов России. Я пишу сам музыку, мои друзья переводят мои стихи на русском на языки малочисленных народов, и песни звучат на разных языках этих народов. Гурдэ, этнический певец, композитор, поэт, у нас в студии здесь наш земляк.